Давайте. При вас, да. Угу. Значит, давайте. Гайдамака. Просите начать заседание диссертационного совета ПДС 0200.001 26 июня 2020 года, протокол номер 6. Утвержденный состав совета 15 человек. Присутствует один человек, в том числе 8 докторов наук по профилю рассматривания, 7 докторов наук по профилю рассматривания диссертации. Таким образом, кворум есть. Разрешите открыть заседание. На повестке дня защита диссертации ЮИ численно-аналитические методы в задачах математического моделирования. Диссертация представлена на соискание учетной степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-18 математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. Научный руководитель, доктор физико-математических наук, профессор кафедры прикладной информатики и теории вероятностей Сивасенов Леонид Антонович. Нет ли возражений по повестке дня? Если возражений нет, то приступаем к рассмотрению диссертации. Работа выполнена на кафедре прикладной информатики и теории вероятности Российского университета дружбы народов. Официальные оппоненты. Доктор физико-математических наук Блинков Юрий Анатольевич, доктор физико-математических наук Цирюльев Александр Николаевич и кандидат физико-математических наук Васильев Николай Николаевич. Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, предоставляется ученому секретарю совета Анастасии Вячеславовне Демидовой. Да. Нет, вот тут прошу. Погромче, пожалуйста. Шанхайский университет, имеет средний магистр по специальности исследования операций и кибернетики. После его окончания работает в университете города Шанхай, Китай, на кафедре алгебры и геометрии. С 2016 по 2017 год обучалась на предварительном факультете Российского университета дружбы народов. С 2007 по настоящее время обучается в аспирантуре РУДН в программе подготовки научно-педагогических кадров по направлению соответствующему научной специальности на 20601 компьютерной и информационной науки. Научные исследования ЮИ направлены на развитие генетических методов теории конечных разностей. В качестве области приложения этих исследований были избраны динамические системы, обладающие алгебраическими интегралами движения. В процессе исследований были разработаны, обоснованы и протестированы новые эффективные вычислительные методы исследования конкретной математической модели динамической системы. Исследования выполнялись с использованием современных компьютерных технологий, поэтому выполненные исследования соответствуют паспорту специальности 05-13-18 математического моделирования численных методов и комплексных программ, соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация на кафедре прикладной информатики теории вероятности РУДН. Диссертация выполнена на кафедре прикладной информатики теории вероятности факультета физико-математических и естественных наук Федерального государственного автономного учреждения высшего образования Российского университета дружбы народов Министерства науки высшего образования Российской Федерации, научный руководитель, доктор физико-математических наук, профессор Севастьянов Леонид Антонович, профессор кафедры прикладной информатики теории вероятности факультета физико-математических и естественных наук Федерального государственного автономного учреждения высшего образования Российского университета дружбы народов Министерства науки высшего образования Российской Федерации. Материалы личного дела и документы предварительной экспертизы соответствуют требованиям положения о порядке присуждения ученых степеней. Большое спасибо. Будут ли вопросы в связи? Будут ли вопросы в связи с оглашением документов? Вопросов нет. Тогда разрешите предоставить слово соискателю для доклада. Юинь, пожалуйста. Лимит 20 минут, пожалуйста, не превышайте. Большое спасибо. Да. Тема. Объект исследования. Мы рассматриваем следующий. Система DST независимая переменная обычного времени. X и Y координаты по определенной точке. А F и Y это трансферная функция от переменной X и
Одинудоид материи используется для описания механических явлений, явления химической кинетики и явления поверхностной динамики. Актуальности, особенности математических материй, основанных на дифференциальных уравнениях, состоит в том, что они обладают большим числами симметрии и таком сохранении исследования в области конечной разностной аппроксимации дифференциальных уравнений на следующих основных свойствах последних было начало математиками и получило развитие в разы и за глубином дискредитации на следующие те или иные свойства дифференциальных уравнений и операций над входящим в них зависимых переменных получим название «иметка» или «компетко». Определение с нашей системой связывает следующие дифференцирования поля Q, непостоянные элементы G, поля Q, производимая G, которая равна нулю, естественные называют рациональным интегралом движения. Эта система, непостоянные многочлены G, кажется Q, производимая G, которая делится на G, на целое, называют многочленным дорогу. Всякая разностная схема решения следующей системы описывает переход от значения x взятого по некоторому моменту времени t к значению x взятого по моменту времени t плюс 5t. Эти новые значения будем дальше обозначить как t со шляпкой. Например, схема r определение 1. Будем говорить, что разностная схема сохраняет интеграл движения А, если из уравнения, задающих разностную схему, следует следующее уравнение. Наша цель – разработка методов. Первое – отыскание рациональных интегралов движения динамических систем. Вторая – конструирование разностных схем, сохраняющих все наемные квадратичные интегралы. На защиту выносятся 5 положений. Первая цель – отыскание интегралов. Задача 1. Задана автономная система дифференциальных уравнений и число n. Требуется найти все рациональные интегралы движения этой системы, порядок которых не превосходят заданного числа n. Задача 2. Задана автономная система дифференциальных уравнений и число n. Требуется найти все многочлен дорогу этой системы порядки, который не превосходит заданного числа n. Следующий заметить, что в настоящее время нет алгоритмов решения аналогичных задач, если параметр n не задана. Метод решения было предложено Лагутинским и реализовано в сети Местатна в положении 1. Проведено комплексное тестирование пакета Лагутинским по сети на задачах из задачных флипов. На слайде оказались результаты по этому. Положение 2. Проведена оптимизация пакета Лагутинский по сети. В частности, разработан и распределен алгоритм вычисления интегралов движения, представимых в виде отношения малочленов. Пакет добавленный новыми функциями. Первое. Вычисление значения определителя Лагутинского в случайной точке. Вторая – отыскание интегралов движения, представимых в виде отношения малочленов. Третье – проведенные необходимые условия существования интегралов, занимающих дифференциалов.
Тебе рассмотрим два предмета, именно один. И на разные кривые следующие уравнения являются трансцендентными кривыми или алгебраическими кривыми, в порядке которой площадь сидит. На слайде следующий код. Утверждение ответа на этот вопрос. Предмет 2. Выясним, допускает ли заданное дифференциальное уравнение интеграл числителей и знаменателей, которого является трехчленными, а порядки интегральных кривых не превосходит n равно 5. А следующий ход на слайде. Утверждение ответ на этот вопрос. Положение 4. Найдет и обоснованные необходимые условия существования рационального интеграла для одного класса, дифференцирование для которых подсерации предложение названия занимающих дифференцирование. На его основе найдет новые достаточные пределы обструктивные алгебраического интеграла дифференциального уравнения. Проверь выполнение этого предела описано в виде алгоритма и реализованное как функция сетка. Мы видим определение палец и на палец видим отношение порядки. Теперь определение 3. Дифференцирование D кажется K. Будем называть занимающим, если существует такой палец P, в котором производимое M-идрие равна C-идрие умножить на M-идрие плюс O мало. А числа C-идрие показателями датия в палец P. Теорема 1. Занимающий дифференцирование D, говорится А, допускает рациональный интеграл только в том случае, когда следующие показатели датия имеются равными. Пример. Функция Лагутинский AB служит для проверки существования рациального интеграла для ОДУ первого порядка. Если она воспроизводит фос, то такой интеграл существовать не может. Смотрите, это предмет. Для уравнения Лагутинский AB здесь воспроизводит фос, то такого интеграла существовать не может. Эта функция ищет неподвижные особенные точки и будем сдавить как систему координат в одну из них и поворот оси получает дифференциальное уравнение с занимающим дифференцированием. Вторая цель – консервативная равностная схема. Задача 3. Конструировать консервативную равностную схему, аппроксимируя затронную автономную систему. Что еще важно, кроме порядки аппроксимации и консервативности? Задача 4. Исследовать качественные свойства приближенных решений, найденных под заданной консервативной схемы. А может ли приближенное решение унаследовать периодичности точного? Теорема 2. Купа оказалось, что схема средней точки сохраняет все квадратичные интегралы движения. Положение 4. На примере двух моделей линейные и эллиптические осцилляторы, теоретические и в серии численных экспериментов, исследованное сохранение периодического характера осцилляции динамических систем при дискретизации по схеме средней точки. Теперь посмотрим
сравнивается непрерывная модель и дискретная модель для линейного астериада. Непрерывная модель описывается двух дифференциальных уравнений. Из этих уравнений следующий интеграл движения, дискретная модель описывается трансматичным уравнением. Из этих уравнений следует следующий закон сохранения на фаровой плоскости x, x, y. Движение происходит по кругу. Возьмем для приближенного решения следующий шаг. Непрерывная модель решения является периодическим антиподъемником. А при этом период равна 2π. А дискретная модель решения тоже является периодическим. При этом n умножить на delta t степень 2π. А траектория непрерывная модель является окружностью на плоскости xy. А траектория дискретной модели правильные n угольники. Схема средней точки принадлежит к семейству симплектических схем Лонгов Кудей. Все эти схемы сохраняют квадратичные интегралы. Параллельный 5. Для небольших значений S и P исследованные в сети много модели Купчера. Это алгебраические множества в одном пространстве коэффициентов явных, неявных и симплектических схем Лонгов Кудей. За данного числа в стадии S и порядке аппроксимации P. Задача – вычисление значения по известной разностной схеме относиться к вычисленной математике. А задача – отыскание самой схемы. Это относиться к компьютерной алгебре. Мы видим определение схемы Лонгов Кудей. А здесь величины AI, BI, CI называют коэффициентами схемы и записываются в таблицу Купчера. Эти коэффициенты подчиняют двум условиям. Первое. Аппроксимация параллеля симплектичности. В диссертации был разработан и реализован в системе сети оригинальный алгоритм отыскания условий аппроксимации. Определение 4. Если рассматривать коэффициенты схемы как точки многообразия в одном пространстве, то точки, удовлетворяющих двум названным условиям, образуют некоторое многообразие VSP. Это симплектическое многообразие Купчера. Диссертация исследования – это многообразие при помощи двоедного сета инструментации для работы с многообразием и идеальным феноменом кольца. Здесь видим для смертности – это многообразие. Образия, вычисленная сеть. Мы теперь посмотрим два примера. Пример 1, 2, 3. 3s равно 2, t равно 3. Размерность многообразия v равна 1. То есть это многообразие является кривой. Лот этой кривой равен нулю. Поэтому эта кривая является универсальной, а коэффициентная схема может быть выражена зацена через один параметр t. Имеется бесконечное много различных вариантов для выбора коэффициента Купчера среди рациональных чисел. Пример v2t. При s равно 2, t равно 4. Размерность многообразия v равна 0.
Поэтому много образец стоит из двух точек. Вторая и третья таблица дают известную последовательную лонгофута схему, чтобы я добавила трудности с ростом числа S, стадии возвращает и числа переменной S, квадрат плюс S, а вместе с ним и сложности вычисления бейнс Ройбана. Система уравнений, которого получается лишь случая S равно 4, не может быть исследованы не только в сеть и в метод. Следующее мы видим список задач решения в дисселерации. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо. Большое спасибо выступающему. Есть ли вопросы к соискателю? Пожалуйста. 77, пожалуйста, вопросы. Извините. Большое спасибо. Есть ли вопросы к соискателю? Да, если не подумать, я хочу задать вопрос. Профессор Кудани, чтобы теория подкрепляла
теоретическими занятиями Юйен было предложено решить значительное число задач в системе компьютерной алгебры SRIC, которые носили поначалу учебный иллюстративный характер. Потом она принялась за исследование по-настоящему сверх результатов учителя. Кроме того, она освоила это все, чем она занималась в первое время. Кроме того, следует отметить значительный прогресс в освоении русского языка, который тоже был непрост. Она его изучала по книгам, с одной стороны, Кори-Ли, которая была издана по-английски и переведена на русский язык профессором Кудряшовым из МИФИ. И вот, пользуясь этими двумя книгами, она освоила математический русский язык. Конечно, текст диссертации подвергся существенной редакторской правке. И доктор физмат наук Павел Михайлович Дмитриевич много помог нам с Юрием. Следует сказать, что в центре исследований, уже оригинальных исследований, оказались численные методы, сохраняющие алгебраические интегралы динамической системы точно. Эта тема не является для нашей научной группы новой. В 2013 году под научным руководством профессора Кулякова была защищена кандидатская диссертация доцента Георгяна, посвященная синкретическим разностям схем алгебры. Итак, за время обучения в аспирантуре Юйин появилась себя грамотным специалистом, имеющий широкий профессиональный кругозор и большой интерес к научному поиску. Благодаря своему трудолюбию и исполнительности она завершила и оформила свою работу на полгода быстрее, чем предписывают сроки обучения в аспирантуре. Ну и в итоге Юйин показала себя зрелым научным работником, поднявшим важную и весьма сложную проблематику, касающуюся исследования динамических систем, обладающими алгебраическими законами сохранения. Юйин приняла личное участие в ряде международных конференций, проходивших в России, и заочно в конференции в Болгарии. Считают, что диссертационная работа Юйин является законченным оригинальным самостоятельно выполненным научно-квалификационным исследованием, которое отвечает требованиям, предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. А сама она проявила себя зрелым специалистом. Спасибо. Большое спасибо, Леонид Антонович. Большое спасибо. Есть ли вопросы к Севастьянову Леониду Антоновичу? Вопросов нет. Тогда слово для оглашения отзывов, полученных на диссертации и автореферат, предоставляется ученому секретарю Совета Анастасии Вячеславовне Демидовой. Анастасия Вячеславовна, зачитайте, пожалуйста. В деле имеется выписка из протокола заседания кафедры прикладной информатики теории вероятности, содержащая положительное заключение о диссертации. Также в Совет поступило 4 отзыва на автореферат. Все отзывы положительные. Совета не возражает, я не буду зачитывать дословно отзывы. Разрешите представить только замечания. Первый отзыв поступил от кандидата физико-математических наук, доцента кафедры прикладной информатики теории вероятности РУДН Георгяна Мирана Нестеровича. Отзыв положительный и имеет следующее. Георгян Нестерович отмечает в своем отзыве, что среди результатов диссертации есть исследование качественных свойств схемы средней точки. Здесь рассматривается несколько моделей, описывающих колебательные процессы. В диссертации показано, что можно подобрать малый шаг для ТТ во времени так, чтобы последовательность точек, описывающих приближенное решение, была периодической. Таким образом, не только точное решение, но и приближенное оказывается периодическим. А период приближенного решения отличается от периода точного решения на величину порядка дельта Т квадрат. Само по себе найденное свойство очень интересно. Оно прекрасно иллюстрирует концепцию наследования приближенных решений свойств точных. Однако из текста диссертации не ясно, как можно использовать это свойство на практике в рамках численного анализа. На каждом шаге будет делаться ошибка округления, которая не даст возможность не сохранить интегралы, не сохранить периодичность решения. Понятно, что ошибка будет много меньше, чем в расчетах по явным схемам. Замечаю, что тест недостаток не снижает
общего положительного впечатления автор реферата считает, что диссертационная работа полностью соответствует требованиям положения по сведению ученых степеней. Предъявляемых диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-18 математического моделирования, численные методы и комплексы программы. Второй отзыв поступил от доктора физико-математических наук, старшего научного сотрудника ЛИТ Объединенного института ядерных исследований Гусева Александра Александровича. Отзыв также среди недостатков автореферата отмечает отсутствие сквозного примера, на котором были бы показаны последовательно все три шага проектирования схемы. Однако, также отмечает, что данный недостаток не снижает общего положительного впечатления автореферата, считает, что диссертация полностью соответствует требованиям, предъявляемым диссертациям на соискание ученых степени ядерно-физико-математических наук по специальности 05-13-18 математическое моделирование, численные методы и комплексы программы. Третий отзыв поступил от генерала Виктора Федоровича, кандидата физико-математических наук, старшего научного сотрудника отдела теоретической физики, высокоэнергии и неядерной физики МГУ. Отзыв также положительный. К числу недостатков автореферата отнесено использование нестандартных терминов типа алгебраический интеграл движения, отпечаток в виде использования круглых скобок вместо квадратных, а также отсутствие указания по увеличению размерности системы, изучаемых упомянутыми методами. Эти недостатки нисколько не снижают общего положительного впечатления от автореферата, считают, что диссертационная работа полностью соответствует требованиям положения по ступеням ученых степеней, предъявляемым диссертациям на соискание ученых степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-18 и комплексы программы. И последний четвертый отзыв на реферат поступил от Павла Дмитрия Алексеевича, кандидата физико-математических наук, инженер-исследователь Международной исследовательской лаборатории имени Чебышева, факультета математики и компьютерных наук. Отзыв также положительный. Отзывы по первое положение вносимое на реферат. Проведено комплексное тестирование проекта Лагутинский форсейдж на задачах и задачника Филиппова не раскрывает научную значимость этого тестирования. Впрочем, более подробная картина представлена в тексте диссертации. Указанные замечания нисколько не снижают общего положительного впечатления автореферата и считается, что диссертационная работа полностью соответствует требованиям положения по сведению ученых степеней, предъявляемым диссертациям на соискание ученых степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-18. Большое спасибо. И ответьте, пожалуйста, на замечания, содержащиеся в отзывах как автореферата. Прежде всего, я хотела бы поблагодарить моих уважаемых оппонентов и членов диссертационного совета за терпение. Русский язык для меня очень сложный. Я начала 4 года назад с нуля. И мне не всегда удается подобрать верные слова для выражения моей мысли. На замечание теперь я отвечу на замечание Кивара Киана. По моей диссертации периодичности предвиденного решения обнаруживает путем анализа самые разные схемы. А чисто алгебраским путем, поэтому мы не можем подобрать шаг так, чтобы делать равно 10 точек заберет, а 10 шагов ошибка от руля. Отругление
ничего нужно. И можем молить, быть и совсем не верить. Будем переводить выяснению в аудитива числа. Такая возможность взять. Появилась в 2008 году. Читать одну точку не нужно, поскольку мы знаем, что она точно совпадает с первой. Мы надеемся, что с временем удается разработать алгоритмы отыскания такого рода периодических решений, основанные только на анализе разностной схемы, и применить их к задачам, в которых имеется больше числа периодических например, задача многих тела. Я полностью согласна с замечанием Александра Александровича. Ответ на замечание Терминал алгебраический интеграл движения было введение подработа плюса. Их употребляется, например, в аналитической механике у уникера, ставшей для многих поколений исследователей надежные источником. Сведения о результате 19 века. Современная китайская литература чаще употребляет другой термин. Инвариант. Никаких ограничений на размерности изучаемых динамических систем катетеризации не накладывается. Систематическое тестирование Лабутинский террас действительно на систему размера 2. Но это ограничение связано не с методом развиваемой тестирации, а с оборудованием, использованием при ее написании. Теперь ответ на замечание Павлова. Я полностью принимаю замечание Дмитрия Александровича. Это исследование было первым моим исследованием в новой для меня области. И училась работать в сеть и разбиралась с основным понятием теории динамических систем. Для меня было важно на примерах убедить в том, что метод Лабутинского работает и дает результаты. При этом я ошутилась и затратности этот метод, заставившего меня искать возможности его оптимизации. Спасибо за внимание. Спасибо за ответы. Есть ли вопросы к соискателю по его ответам и замечаниям? Вопросов нет. Тогда переходим к заслуживанию отзывов официальных оппонентов. Слово предоставляется первому оппоненту, доктору физико-математических наук Блинкову Юрию Анатольевичу. Юрий Анатольевич, пожалуйста, подключитесь и зачитайте свой отзыв. Здравствуйте. Мне камеру можно включать или наоборот? Да, включите камеру, пожалуйста. Отключите, она не включена у меня, я не буду ее включать. Включите, пожалуйста, если возможно.
А, включите. Да. Все нормально, то читайте. Читайте, все, читайте, нет. Читайте. Да, вот. Можно выключить, да? Да. Да, 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 мы все выключили. Чтобы надежнее было сделать. Диссертация ИИ посвящена разработке методов отыскания алгебраических интегралов движений динамических систем и конструирования уровня разных систем, сохраняющих найденные алгебраические интегралы. Особенность математических моделей, учитывающих существенные стороны и характеристики физических процессов и явлений. И как раз стоит в том, что они обладают большей числом симметрии законов сохранения, а также целым рядом качественных свойств, установленных среди этих процессов. Диссертация ИИ рассматривалась два вопроса: отыскать рациональных интегралов движения динамических систем и конструирование разных схем, сохраняющих найденные алгебраические интегралы и их взаимопроникновение. Такой выбор темы представляется весьма удачным. Дело в том, что задача об отыскании алгебраических интегралов традиционно рассматривается отдельно от вопроса о том, как эти интегралы будут использованы дальше. В теории разных схем рассматривается вопрос сохранения данного интеграла в отрыве от вопроса о том, как этот интеграл найти для данной динамики. Диссертация выделена достаточно классно. Это квадратичные интегралы из схемы средней точки. Эти интегралы легко найти, в том числе по методу Лудинского, и схема легко конструируется. Более того, в работе впервые предпринята попытка исследовать качественные свойства приближенных решений, получающихся по такой схеме. В соответствии поставленные задачи 1, 2 и 2 главы посвящены методам отыскания алгебраических интегралов. 3 глава посвящена разным схемам, сохраняющих эти интегралы. В 1 главе также сформулированы задачи об отыскании алгебраических интегралов данных динамических систем. Там очень подробный исторический обзор, значит, непосредственно Декарта, и опять-таки метод Лабутинского, который используется во второй главе. В третьей главе рассмотрены два вопроса, связанные с разными схемами, сохраняющими интегралы движения. Первый вопрос, рассмотренный в этой главе, касается конструирования схем, синтетических схем руки-пункты. Второй вопрос, рассмотренный в третьей главе, это исследование качества, приближенных решений. Ну, здесь можно подчеркнуть оригинальные самой постановки вопроса. Традиционные качественные численные методы исследования модели противопоставляются. Цитата от ряд оригинальных теорем, которые были своевременно опубликованы лидируемым финалом, что вполне подтверждает основанность результата. При компьютерном моделировании используются весьма авторитетные современные системы компьютерного алгебры. Достоверность результатов вычислений с предложенным алгоритмом подтверждает совпадение результатов вычислений тестовых примеров с результатами других авторов. Недостатки работы. Диссертация имеет ряд недостатков. Первое. В конце первой главы рассмотрен дифференциальный уравнение параметров, и как следствие разной теории показано, что множество решений, для которых это уравнение запускает алгебраический интеграл, является одним из конечных числительных многобратьев. Представленные изделия по появлению бесконечной последовательности указывает на алгебраические составляющие теории интегрирования и дифференциальных уравнений. Однако, это изделие заранее как уравнение. Очевидно, что именно здесь этот поле тех людей, которые не позволили решить алгоритмические задачи об отысканиях алгебраических интегралов с атомным уравнением общей линии. Эта связь следовала, если не исследовать, то хотя бы все картину. Второе замечание. В третьей главе при исследовании качественных свойств решений, полученных по схеме средней точки, рассмотрено несколько примеров, однако все они вполне интегрируемы на Ньютоновых системах. Было бы интересно смотреть что-то более сложное, например, задачу многих тел. В таких задачах сохранение алгебраических интегралов может оказаться недостаточным для сохранения качественных свойств. Диссертация. Третье замечание. Диссертация содержит значительное число численных примеров, выполненных самостоятельно и в одном стиле. Однако в третьей главе появляется неявная разная схема. Описан и реализован алгоритм построения, но не описан алгоритм организации вычислений по таким
очень кратко рассмотрим еще один пример. Генетический осциллятор. Действительно же, вопрос очень важный и трудный. Неточность вычислений по неявным схемам могут нивелировать все достоинства этих схем. Четвертое. Разум содержит отпечаток и вполне удачный с точки зрения языка оборотов речи. Указанный недостаток не снижает общее положительное впечатление дисциплины разума. Дисциплинный учебный дебют в соответствии с режимом раздела по специальности 05-13-17 математическому моделированию численные методы и комплексной программы. Пункт первый – это разработка новых математических методов моделирования объектов и явлений. Пункт второй – развитие качественных и приближенных аналитических методов исследования математических моделей. Пункт третий – разработка обоснования тестирования эффективных вычислительных методов применения современных компьютерных технологий. В этой работе решена проблема отыскания алгебраических интегралов аналитических систем и конструирования разных систем. Эти интегралы сохраняют разные степени интегрального сохранения. Полученный автором результат составляет основные выводы исключения по основам. Сентация на теме численно-аналитических методов задачи математического моделирования полностью соответствует разделу 11, раздел 2 положения присуждения ученых степеней Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Российский университет дружбы народов, утвержденным ученым Советом Рузенко, закон номер 12, 23 сентября 2019 года, а ее автор и заслуг присуждения ученых степени, кандидат в физику математических наук, специальность 05-12-17, математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. Выступление закончил. Есть ли вопросы к Юрию Анатольевичу? Нет. Прежде чем я дам слово для ответа соискателю, Юрий Анатольевич, пожалуйста, сейчас после ответа вы подключите камеру и покажите себя вместе с каким документом, с развернутым паспортом, например, после ответа, или если у вас есть сейчас паспорт, покажите паспорт сейчас. И всех остальных оппонентов я тоже попрошу это сделать. Поскольку вы подключаетесь не с корпоративной политики, нужно вас идентифицировать. Хорошо? Юрий Анатольевич, сделайте это, да? У меня паспорта нет, у меня есть пропуск. Пропуск покажите, да. Хорошо. Развернуто видео. Да. Да, хорошо. Тогда сейчас мы дадим слово для ответа соискателю. Пожалуйста. Спасибо, дорогие вам. Первый вопрос. В настоящее время нет алгоритма для достижения все рациональные интегралы для данной динамической системы. Как и нет доказательства алгоритмической неразличимости этой задачи. Поэтому и базера на конце первой главы об алгоритмической неразличимости представляется мне верно. При подготовке диссертации я много раз обсуждал этот вопрос с моей руководителем. Сейчас этот вопрос возникал и на конференциях. Мои старшие коллеги советовали мне сосредоточить свое внимание на практическое сравнение вопрос. То есть метод Лабутинского позволяет решить более простую задачу, которая задана не только самая динамическая система, и задана верхними границами для порядка интегралов. Поэтому пока мои интересные были направлены на отыскание рациональных интегралов не очень больших порядков. Тем не менее, я согласна с Юрием Анатольевичем, исследование алгоритмической неразличимости является
важная задача. Ответ на второй вопрос. Да, в настоящее время я вместе с братьями Петрович Герасом, Михаилом Дмитриевичем Малым и Леонидом Антоновичем Вахтяновым готовим к публикации большую статью про задачу трех дел. Нам удалось провести приватизацию интеграл энергии и получить на основе схем следующей точки разночную схему, сохраняющую все 10 классических интегралов движения задачи трех дел. Уже сейчас понятно, что в случае лагламы, когда тело образует правильные треугольники, периодичности наследует. Третий вопрос. Консервативная разностная схема. Например, симплектический лонгокутный схема для динамических систем, как правильно оказывают неявные вычисления, приближенные решения по таким схемам требует на каждом шаге вещать системы нелинейных алгебраических уравнений. Если применить для решения этой системы тут и той вычисленный метод, то возникает целый ряд проблем. Поэтому мои коллеги Михаил Дмитриевич Малый предложил мне пойти другим путем и для расчетов диссертации соединить численные и символьные методы. Дело в том, что теханик Физис Кройбна позволяет свести систему алгебраических уравнений к одному уравнению с одной неизвестной. Причем сделать это можно один раз в символьном виде до начала вычисления приближенного решения. А мы полагаем, что этот прием будет по-настоящему полезным по тех задачам, в которых индентационные методы шага за шагом требуют разного числа шагов. Спасибо за внимание еще раз. Большое спасибо. Удовлетворен ли официальный оппонент ответами соискателя? Да, официальный оппонент удовлетворен. Большое спасибо. Тогда слово предоставляется второму оппоненту, доктору физико-математических наук Сыролёву Александру Николаевичу. Александр Николаевич, подключите камеру и покажите паспорт, пожалуйста. Вас слышно, камеру подключите и покажите паспорт. Камеру я подключил, я должен быть уже виден вам. Показываю паспорт. К сожалению, не видно вас. Члены совета, я думаю, может, видят? Кто-нибудь видит, Александр Николаевич? Нет, пустой экран пока. Странно. Давайте я включу и включу еще раз. Все, давайте. Так, может быть, мне поднять руку или поделиться нажать? Я первый раз с этим делаю, имею. Так, вот поднять руку, поделиться. Ну, вот это не то. Не видно? Нет, не видно. Так, а если я отключу микрофон? Я его знаю лично. Голос его, и он в самом начале был, поэтому я могу подтвердить, что это Александр Николаевич Сыролёв. Александр Николаевич, зачитайте, пожалуйста, свой ответ. Отключите камеру и зачитайте свой ответ, пожалуйста, Александр Николаевич.
Хорошо, хорошо. Значит, я, уважаемый председатель, уважаемые члены совета, гости заседания, с вашего позволения я не буду повторяться и говорить то, что уже Юрий Анатольевич сказал. Я просто остановлюсь на некоторых таких аспектах диссертации, которые привлекли лично мое внимание, потому что все детали отзыва, они опубликованы на сайте. Но мне диссертация ЮИИМ импонирует, во-первых, такая вещь, как удачное сочетание методов компьютерной алгебры и численных дней. Первая половина диссертации — это фактически алгебра, которая реализуется именно методами компьютерной алгебры в системе SAGE. С формальной точки зрения у автономной динамической системы интегралы легко находятся. Это просто функции, которые постоянны вдоль интегральных кривых векторного поля, а получены могут быть в принципе формально после того, как определенный поток, который соответствует этой динамической системе, то есть, иначе говоря, локальная однопериметрическая группа преобразования. И для этого нужно конституциональное многообразие выбрать. Это довольно сложно. Используются другие методы, в чистом виде методы компьютерной алгебры, имеющие связь непосредственно с алгебраической геометрией. Подтверждено все на хороших примерах. В то же время вторая часть, она посвящена конкретно численным методам. И там уже вот эти вот интегралы алгебраические, то есть попросту говоря, рациональные функции. Естественно, что правая часть динамической системы тоже должна быть рациональными функциями. Именно эти интегралы используются для того, чтобы обеспечить лучшие свойства, конечно, разностных схем, в первую очередь. Конечно, это схема Лонге-Кутте и использование специальных приемов, типа приема средней точки, которая позволяет, в принципе, неявную схему обрабатывать, ну, как бы почти явно. Это очень интересный момент. В принципе, консервативные схемы, известные особенно в теории уравнений частными производными, очень широко. Но там под законами сохранения алгебраическими интегралами, конечно, принимается в первую очередь уравнение баланса, как правило, они носят интегральный характер. И это, в общем-то, совсем другое. Это не то, что сделано. Вот это такие, на мой взгляд, очень интересные отличительные черты диссертации, которая сегодня представлена нашему вниманию. Чтобы не затягивать время, позвольте, я зачитаю, ну, остальное, в общем-то, так сказать, предыдущий оппонент уже озвучил, поэтому позвольте мне просто зачитать недостатки работы, для того, чтобы диссертант мог ответить на них. Итак, первое замечание. Композиционная диссертация освещает все этапы исследования динамических систем. Но в работе не хватает примера, на котором был бы показан весь технологический процесс, который реализован, описан в диссертации. Отыскание интегралов в пакете Лабутинской, квадратизация этих интегралов, отыскание коэффициентов матрицы Кучера, для синтетической схемы Лонге-Кутте, численное решение по этой схеме, исследование качественных свойств приближенных решений и сравнение с кучными. Ну, задача Кеплера могла бы стать таким примером. Ну и, конечно, я бы сюда еще сейчас добавил, это конкретно показать, как происходит распараллеливание, которое описано в диссертации. Диссертации, второе замечание. Диссертации под консервативной схемой понимается такая схема, которая сохраняет все алгебраические интервалы движения. Почему важно сохранение алгебраических интегралов
и не так важно сохранение интегралов трансцендентных. Схемы, сохраняющие трансцендентные интегралы, рассматривались в целом ряде работ. Замечание 3. В ответе 3.1.6 сделано очень важное наблюдение. Хорошая разностная схема должна не только сохранять все алгебраические законы цифромерия, но и симметрии исходной задачи. Более того, в приведенных примерах сохраняется инерция, но отсутствует т-симметрия. Какие именно симметрии важны? Есть ли дискретный аналог теоремы Мюра? В связи с этим хочется порекомендовать диссертанту обратить внимание на работу Блэка Городницы. Он тут имеется в виду Владимир Анатольевич Городницы, у которого есть ряд работ по лобовому анализу разностных схем. Четвертое замечание. Вторая глава имеет хорошо написанный большой литературный обзор, выделенный в первой главе. Третьей же главе такого обзора не хватает. Ну и заключение. Диссертация выполнена в соответствии с паспортом специальности 05-13-18. Полученные диссертантом результаты достоверны. Основные выводы и заключения обоснованы. Вывод. На основании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа численно-аналитические методы в задачах математического моделирования полностью соответствует разделу 2 положения о присуждении учебных степеней в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российский университет дружбы народов, утвержденным ученым советом РОГИ, протокол номер 13 от 23 сентября 2015 года, а ее автор Юй заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-18 математические моделирования, численные методы и комплексы программ. Спасибо за внимание. Позвольте, я еще раз попробую включить камеру. Может быть, что-то получится. Меня видно? Большое спасибо. Есть ли вопросы к Александру Николаевичу? Вопросов нету. Тогда слово для ответа предоставляется представителю. Теперь ответить по порядку на размещение указания по открытию Александра Николаевича. Первое. Все компьютерные эксперименты, представимые представленными диссертации, выполнялись на ноутбук с небольшим объемом памяти, поэтому так получится. А второй вопрос. Мы рассматриваем систему, в которой правая часть является является алгебраическим функциями. И тоже интеграл движения является алгебраическим функциями. Поэтому мы хотим найти консервативные разные схемы такие интегралы движения. На третий вопрос. Я полагаю, что сравнение степени трансцендентной восьмо важное при составлении разночной схемы. И мы намерены вернуться к этому вопросу при исследовании задач многих тел. Я благодарна за ссылку. Третий вопрос. Да. Я полностью согласна с ответом на замечание. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Удовлетворен ли официальный ответный сессии? Да, совершенно. Спасибо. Теперь слово предоставляется для оппонента кандидата физико-математических наук Васильеву Николаю Николаевичу. Николай Николаевич, пожалуйста, подключите камеру и покажите документ.
Так, меня видно? Да, вас видно. Документ. Да, да. Спасибо. Можете отключать камеру. Николай Николаевич, и зачитайте, пожалуйста, свой отзыв. Можете отключить камеру. Я не всегда трудно накидывать свой отзыв, потому что многие констатирующие вещи о содержании диссертации присутствовали не только в докладе диссертации, но и в предыдущих отзывах на эту работу. Поэтому я основные моменты характеризующие актуальную схему и значимые результаты, некоторые недостатки этой работы и переживания оппонентов, я скажу более того. Значит, диссертация ЕГИМП, она посвящена очень важному аспекту теории динамических систем и принципиальных уравнений, а именно законом сохранения. И очень хорошо известно, что важнейшие динамические системы часто обладают достаточно большим набором логарифмических интегралов движения, что позволяет интегрирование таких систем свести либо к квадратурам, либо к явным выражениям эллиптических функций. Однако, конечно, мы знаем, что классические поглощают физики, механики, давно известно, что существуют неинтегрированные задачи, причем доказуемые неинтегрированные, например, задача номер 7, задача рассеянного неинтегрированного гироскопа. И причиной неинтегрированности является невозможность сохранения достаточного числа электрических интегралов. И в таких случаях, как относительно аналитические методы, называются численными методами, или равными методами. Стандартные численные методы, основанные на явных системах, они хотя и простые реализации, но не всегда дают достаточно точные результаты при расчете на достаточно большие времена. А природная оценка разных способов приближенного решения растет очень быстро, со временем иногда экспоненциально, и более того, эта разность, то есть точность решения экспоненциального уравнения конкретной разности системы, существенно зависит не только от численного метода, или численной схемы примерно, а существенно зависит и от свойств самой системы. Я один свойств обнаружить дальше переделанной траектории, такая подвижность действительно экспоненциальная, с этим ничего не происходит, не подвижность схемы нельзя получить. Вот. А другие же схемы, то есть другие же уравнения, обладающие теми же свойствами устойчивости, гораздо все моделируются при помощи. Довольно давно появилась идея использовать численные методы разные системы, сохраняющие все или некоторые алгебраические интегралы действия. Большинство таких систем явные, поэтому расчеты по ним оказываются чрезвычайно затратными. Вот. Вопрос о точности этой специальности иногда за попытка сохранять интегралы движения приводит движение решения точно, потому что мы стараемся сохранить на интегральном многообразии, а любое такое решение можно идти до точки. Все вот эти моменты, они так простые одинокие степени, которые тоже связаны и диссертации рассматриваются в взаимосвязи два очень важных вопроса. Первый конструирование специальных равных систем сохраняется. Вот, ну, первая глава является сложной,
профессора Александра Кузнецова и задачи Тефона построения интегралов с ограничениями на порядок таких. А во второй диссертации описаны многие компьютерные эксперименты, проведенные с помощью пакетов Лубинский посадочек, и большое количество маркетинговых задач, задач, с помощью таких, то есть продемонстрировано возможности такого программы, средств для того, чтобы решать остаточные сроки класса. Очень интересный метод поиска интегралов представляет собой отношение двух молочин, это многочлены с небольшим количеством членов. Задача моделирования вот таких как бы рациональных принципов, представляющих отношение молочленов, по-видимому, даже и не ставилось. В литературе это надо поставить в силу света. Значит, очень интересным результатом диссертации это результат описывающий свойства метода оператора дифференцирования, который названы здесь сжимающим дифференцированием, и для достаточно полный обзор
по синтетическим схемам, не только рубрикам, а вообще по синтетическим схемам. Фактически, вся информация подчеркнута только из классических сочинений, а эта тема огромная, и она хорошо освещена в литературе, и в ней есть учение. Второй недостатком. Преследование многообразия Кютчера, предоставление методами Рунгекутта, диссертация, описаны некоторые возникшие трудности, но эти трудности описаны просто как недостаточные средства компьютерной алгебры современной для того, чтобы решить эту систему. Возможно, трудности лежат в структуре самой системы алгебраических уравнений Кютчера или невозможность воспользоваться какими-нибудь симметриями этих уравнений и так далее. И утверждение диссертанки о том, что система не может быть решена средствами Мэйпл, тоже недостаточно обоснованно, потому что даже нет упоминания конкретно пакетов алгоритмов, которыми пытались решить такую систему. Сейчас в Мэйпл официальных пакетов реализованы очень эффективные алгоритмы, даже разные алгоритмы одного Фуджера или специальный алгоритм Поворота Мола, который называется Андрюмер Волк. Вот, возможно, такие более эффективные пакеты могли бы продвинуться. И третий недостаток, который я отметил, он может позиционироваться даже не как недостаток, а еще и как совет диссертанте к продолжению этой работы. Значит, в тексте диссертации содержится много численных примеров, которые можно отнести к разряду моделей, например. У них рассматриваются и динамические системы небольшой размерности, и очень сложные разные системы рубрики. Было бы, конечно, очень интересно увидеть подтверждение силы метода подчеренного на диссертации, например, отыскание всех интегралов какой-нибудь системы, доказуемой интегрированной, например, системы Плоджера, или сейчас огромное количество систем дифференциальных уравнений проинтегрировано в эллиптических функциях методами АПАР. И если бы продемонстрировать результаты полученной диссертации на какой-нибудь действительно нетривиальной задаче, довольно сложно, да, это упражнение. Ну и кроме того, можно было бы продолжить и решение численное, решение компьютерное, интегрированное подобных систем, но уже на более мощных подростках. Ну и четвертый пункт, это некие отпечатки, которые я не буду сейчас вычеркивать. Но указанные недостатки не снижают общее, очень хорошее положительное впечатление о диссертационной работе. Само диссертационное исследование выполнено полностью в соответствии с паспортной специальностью на 13-18 математическом моделированием численными методами комплекса программы и представляет собой научно-исследовательскую работу, в которой решена проблема отыскания алгебраических интегралов динамических систем, интегрированных разных. А в соответствии с пунктом 1 паспорта специальности диссертация разработана новыми математическими методами регулирования динамических систем, сохраняющих алгоритмические технологии. При этом в соответствии с пунктом 2 паспорта она развита качественными механическими методами регулирования периодического движения. В соответствии с пунктом 3 паспорта специальности произведена разработка обоснованного тестирования эффективных численных методов и явных консервативных разных систем применения подлинных подходов. Полученные результаты достоверны, основные выводы и заключения обоснованы, и основные научные результаты достаточно полны в необходимых печатных работах, которые полностью приведут к работе.
дистанционная работа полностью соответствует требованиям, соответствующим, соответствует разделу 2 положения учреждения ценности применения федеральным государственным автономным образовательным учреждением Российского университета дружбы народа, учрежденным ученым советом ГУДР, а ее автор Липкин заслуживает присуждения ученой степени кандидата в Академию наук по специальности 0.13.05.13.18. Это был комплекс программы. Большое спасибо, Николай Николаевич. Есть ли вопросы, Николай Николаевич, члену Совета? Нет вопросов. Пожалуйста, слово для ответа официального оппонента предоставляется соискателю. Спасибо за внимание. Я отвечу по порядку на замечание указания от Жиги Николая Николаевича. Я полностью принимаю первое замечание. Итак, все компьютерные эксперименты выполняются на ноутбук, поэтому так получилось. Третий вопрос. Я сейчас занимаюсь разработкой консервативной разночной схемы. Это я задача многих дел с моей коллегой. По системе тело занимаются другие аспиранты. Леонид Антонович. Следующее. Я прокарарила Николая Николаевича за указание на отпечатки. Спасибо. Большое спасибо. Николай Николаевич, удовлетворены ли вы ответами соискателя? Да, вполне удовлетворен. Большое спасибо. Теперь переходим к дискуссии. Кто хочет выступить по заслуженной диссертации? Евгений Борисович, пожалуйста. Мы заслушали выступление оппонента, достаточно подробное изложение, основных достижений диссертации было все это подчеркнуто. Вот. Но я хочу от себя сказать, что решение задач Каши без системы ОДУ связано всегда с накоплением ошибок при ошибках. Это касается даже высокого порядка пошаговой дискретизации. Поэтому всякая возможность дополнительного контроля приближенного решения или сохранение характерных свойств решения имеет существенное значение при выборе той или иной разности. Так что я поддерживаю работу ЕВИ и предлагаю членам Совета также поддержать это право. Большое спасибо, Евгений Борисович. Есть ли еще кто-нибудь желающий выступить в дискуссии? Если желающих нет, то соискателю предоставляется заключительное слово. В заключение я хочу поблагодарить своего научного руководителя Леонида Антоновича Севастьянова за постоянную задачу и также доцент Малых Михаила Дмитриевича за постоянную помощь в работе и основе. И хочу поговорить, кто мне помогал. Спасибо. Большое спасибо. Теперь для проведения тайного голосования предлагается избрать счетную комиссию. Счетную комиссию предлагается избрать следующим составом. Гайдамак Юлия Васильевна, Веницкий Сергей Ильич, Щетинин Евгений Юрьевич. Возражений нет? Тогда ставлю на голосование. Лилиана Валерьевна, мы, наверное, сделаем голосование открытое, так же, как в прошлый раз. Зачитаем все фамилии. А будете говорить, да или нет? Пожалуйста.
Долюбов? Да. Виницкий? Да. Гайдамака? Да. Дружинина? Дружинина? Ольга Валентиновна, вы за? С микрофоном что-то, да, да. Урябов? Да. Ванеев? Да. Орлов? Да. Рыбаков? Да, да. Самойлов? Да. Себастьянов? Да. Щетинин? Да. Демидова? За. Принимайте единогласно. Объявляется перерыв для проведения тайного голосования. Вам всем пришло на корпоративную почту ссылка, по которой сейчас нужно перейти и проголосовать. Потом Лилиана Валерьевна даст нам данные по голосованию, и председатель счетной комиссии зачитает эти данные. Пожалуйста, свою корпоративную почту откройте и пройдите по ссылке для тайного голосования. Поскольку вы не зарегистрировались на заседание, то вам не придет. Поэтому большая просьба не пропустить регистрацию на второе заседание. На второе я зарегистрировался только что, я не знаю, видно. Сейчас все у Лилиана Валерьевна. Хорошо, я понял. Thank you.
Дмитрий Сергеевич, результаты появились, нет? Пока 9 проголосовало из 11. На самом деле проголосовало уже 9 из 11. Там таймер срабатывает в этом поезде. У нас на какое-то время установлено это голосование. Если многие проголосуют, еще страшно, что никто не будет действительно. К сожалению. Значит, 10 из 11, да, сейчас? Сейчас я посмотрю, да. Так. Юй-инь, 10 человек, да, 10 из 11. Дмитрий Сергеевич, в поясе стоит таймер установлен на голосование. Нет, я останавливаю вручную. Я постановил вручную, потому что проголосовало 10 из 11. Все, я заканчиваю голосование. Нет, это принимает решение кто-то, или председатель совета, или заместитель. Константин Евгеньевич, я просто зачитаю еще тех, кто зарегистрировался, чтобы все проверили, что они проголосовали. Гайдамака, Демидова, Боголюбов, Кулябов, Дружинина, Рыбаков, Севастьянов, Орлов, Ланеев, Ильинский, Самуилов. Все проголосовали? Да. Я думаю, тогда нужно остановить голосование, один министр. Да. Да, конечно, надо остановить голосование. Один из бюллетеней признать недействительно. Счетная комиссия так и сделает. Виктор Сергеевич, посмотрите, пожалуйста, результаты голосования. И если можно, я сейчас вам перешлю, вы поделитесь? Да. Советую. Хорошо. Лучше Анастасии Вячеславовне. Анастасия Вячеславовна, хорошо. Так, где тут? Выйдите на экран. Ага, сейчас, секундочку. Сейчас я переправлю. Юлия Васильевна, результаты видите? Нет еще? Обновите страничку с полисом.
Делаю, Дмитрий Сергеевич. Да, не видны результаты. Пожалуйста, Елена Васильевна, зачитайте результаты тайного голосования. Заседание Совета ПДС 0200.001 по защите диссертации Юрия участвовало 11 членов Совета, из них 7 докторов наук по профилю защищаемой диссертации 05-13-17. В процедуре тайного голосования приняло участие 10 членов Совета, проголосовало за 10, против 0, недействительных 0. У меня все. Кто за утверждение протокола счетной комиссии, прошу голосовать. Опять открытое голосование, пожалуйста. Уголёва? Да. Веницкий? Да. Гайдамаков? За. Дружинина? За. Кулябов? Да. Ланеев? За. Орлов? За. Рыбаков? Да. Самойлов? Да. Себастьянов? Да. Щетинин? Да. Демидова, да. Теперь нам надо принять заключение по рассмотренной диссертации. Проект заключения разослан членам Совета и есть плюс. Есть ли дополнение, изменения по проекту заключения из Совета? Есть предложение принять это заключение? Нет предложения, да? Тогда... Пожалуйста, кто за принятие текста заключения, прошу голосовать. Открытое голосование, пожалуйста. Благодарю. Да. Веницкий. Да. Гайдамаков. Да. Дружинина. Да. Кулябов. Да. Ланеев. Да. Орлов. Да. Рыбаков. Да. Самойлов. Да. Севастьянов. Да. Щетинин. Да. Заключение принимается единогласно. Таким образом, диссертационный совет установил, что диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, представленная им, является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение проблемы отыскания алгебраических интегралов динамических систем и конструирования разных систем эти интегралы сохраняющих. Работа отвечает всем требованиям, предъявляемым вам кандидатским диссертациям по специальности 05-13-18 математическое моделирование численных методов и комплексных программ. На основании тайного голосования ЮИН присуждается ученая степень кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-18 математическое моделирование численных методов и комплексных программ. Есть ли у присутствующих замечания по ведению собрания? Замечаний нет. Разрешите поздравить ЮИ с успешной защитой диссертации. Поздравляю вас, ЮИ, с успешной защитой диссертации. Повестка дня текущего заседания исчерпана. Спасибо всем. Сейчас прошу всех...